Перед митингом воспитанники колонии познакомились с выставкой, посвященной теме спецоперации на Украине. Экспозицию подготовили специалисты Брянского краеведческого музея. Затем прошло торжественное построение. Этот праздник, посвященный 80-летию и Дня города, патриотический праздник для нашей молодежи. Хотелось бы, чтобы молодежь, наши дети, внуки, правнуки всегда помнили эти даты и гордо стояли за нашу Родину. На митинге выступили гости воспитанников колонии, которые регулярно посещают ребят, нарушивших закон. Я хочу, чтобы, ребят, вы все-таки поняли, прочувствовали все то, что у вас произошло. И здесь, находясь здесь, чтобы вы нашли свой путь в дальнейшем. Это осознание своим трудом, своей учебой. Чтобы вернулись побыстрее домой, стали на путь тот, который и которым будет гордиться ваша семья. К юбилейным торжествам готовились и сами воспитанники колонии. Уже несколько лет здесь действует свой военно-патриотический клуб «Отечество». В этом клубе ребята занимаются экскурсиями, разрабатывают экскурсии. Мы готовим экскурсоводов. Они занимаются исследовательской работой. Они выезжают с поисковиками на места боев. Этим летом, в канун праздника 80-летия освобождения города, наши ребята писали исследовательскую работу, участвовали в областном конкурсе. И по итогам этого конкурса, конкурс назывался «Брянский сентябрь 1943», они заняли второе место. Всего было у нас 8 финалистов по области. Вместе с администрацией ребята возложили цветы к подножию камня героям, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В завершение ребята отправились на праздничный концерт. Хочется сказать мне вот такие слова. Встретились, вспомним, споем. Алексей Есипенко, Виктор Левченков, Брянск.